чемпионы России, обладатели второго места на чемпионате Европы, обладатели вторых мест на трех турнирах в 2014 году на Европе, мире и Олимпийских играх, Ксения Столбова и Федор Климов. Тренируются в группе «Пинин и Мозер» под руководством Владислава Жавнирского. Да, грустно все это. Даже эффект концовка не помогла. К сожалению, Ксения с Федором не справились то ли с волнением, то ли действительно город Милуоки для российских спортсменов, выступающих в соревнованиях спортивных пар, является городом курсов для первых блинопеков, а только ни у Астахова и Роганова, ни у Столбова и Климова успешной короткую программу, к сожалению, не назовешь. Тулуп арбитры оценили очень хорошо, параллельный. И в этом наконец-то восторжествовала какая-то сермяжная правда. Но и подкрутка в самом начале была выполнена тяжеловато, и Федор едва-едва поймал Ксению. Ну и выброс тоже, к сожалению, не получился. Переживают сами спортсмены, переживает Влад Жавнирский, Нина Мозер. Только остается говорить, что бывает. Жаль. Тулуп классно. Небольшое расхождение при приземлении, но это арбитры, как правило, практически не штрафуют, и они это показали. Вот смотрите, как немножко небрежно, уже на заходе, на выброс.
пошли на него спортсмены и, как следствие, падение Ксении при приземлении. Что же, остается только поддержать наших спортсменов. Падая и поднимаясь, ты растешь. И надеяться, что на следующих стартах все будет не так, как сегодня. The scores, please. Deduction за падение. Ну, компоненты, по счастью, у Ксении с Федором повыше, чем у соперников. И вы сейчас это видите. 63,41 балла. Кому еще они проигрывают? Джолиани Сёгун и Чарли Беладо? Двум китайским дуэтам?